Здорово, здорово. Проходим дальше. Спайдермена. Блин, я вообще, я заебался, если честно, уже болеть. Я просто замучился болеть. Вроде я опять заболел. Опять, блядь, горло болит. Я вообще не знаю. Просто ужас. Джей была права. Здесь все кишит демонами. Надо расправиться с парнями, а потом осмотреться. 5. Ну да, их практически незаметно как-то. Ладно, с ними покончено. Технологичный замок. Такие обычно в банках, а не в центрах переработки. Надо понять, к чему он подключен. Наверное, можно перегрузить схему. Электропаутина пойдет. Ну, что-то вышло. Но, похоже, схеме нужно больше напряжения. Вот. Похоже, схема еще стабильна. Может, рядом есть еще электрощиток? Попался. Почти все. Еще одного хватит. Ага. Ага. Персоналики тоже не такие, блядь. Надо сначала перезагрузить, чем. Черт! Оружие из арсенала Фиска. Бомбы на колесах? Еще не хватало. Взрывчатка с
со стройки Фиска. Сплошные высокие технологии. Позже переработаю кое-что тут в свое паучье оружие. Здесь они планируют свои атаки. Это не война, Банд. Демоны воровали у Фиска, чтобы напасть на мэра Осборна. Привет, нашел Ли? Нет, но ты была права. Ли устроил тут штаб-квартиру демонов. Тут бомбы, оружие. О, боже мой. И похоже, они планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. У Ли какой-то зуб на Нормана Осборна. Я нашел адрес. Похоже, это место преступления. Если потороплюсь, успею остановить их. Береги себя. Юрий, это я. Давай быстрее. На меня тут босс кричит. Мартин Ли и демоны планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Ты уверен? За прошлую неделю было немало ложных следов. Поверь мне в этот раз. Высылаю адрес центра переработки отходов. Там все доказательства. Поняла. Я эвакуирую предвыборный штаб. Но если ты набрал, сам будешь искать мне новую работу. Лаги такие хороши. А я Far Cry 3 играю. Настроил. Блин. Раньше, когда вышел Far Cry 3, типа было круто. А теперь какой-то отстой получается. Консолидейтед шиппинг. Столько активности там накидано. Куча народу. Нужно попробовать по-тихому. Впрочем, стильно. В основном бегаю какой-то хуйней занимаюсь, то есть я не пулька, я бегаю, просто ящики собираю. Типа... Зачем мне это все? Использую то, что нашел в центре переработки. Отлично. Оружие плохишей против них самих. Это, друзья, называется кармическим правосудием. Стань,
Арабаньки. Выключаем. Что они какие-то такие вообще тупые? Ли снаружи нет. Проверю внутри. Хорошо, что я успел. С таким арсеналом можно было весь Манхэттен взорвать. Ну вот, взорвет, чувак. С этими парнями не шути. И это тоже. Чек из автосалона. Всадник на бледном коне. Недешевый тюнинг. Что еще я тут могу найти? У них базы по всему городу. О, еще одни побочки. А все намного серьезнее. Похоже, у демонов целая армия. Мне хватило и одного светящегося хлыста. Что конкретно я ожидал, но точно не это. Энджей, я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборный штаб Осборна. Отлично. Ты нашел Ли? Нет. Но у меня есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». Звучит знакомо. Я проверю и перезвоню. Yeah.
ёбаный. На это мне тоже не птица, мы спускаемся на точку. Там еще один. Оружие к бою. Что-то новое. Нет, нет, этот мой. Ладно. Я убью этого ублюдка. Эй! Так дела в нашем городе? Нет! Делаю! Код ЧП-1. Эй, эй! Может, сначала расскажете, кто вы вообще такие? Код ЧП-1. Код ЧП-1. Ждем указаний. Код ЧП-1 принят. Есть контакт. Ждем серебряную птицу. Ибо Фемка прилетела. Как эффектно. 8 из 10. Девять из десяти. Отпусти. Он работает с нами. Юрий, может, объяснишь? Это Сильвер Соболинова. Глава Соболь Интернешнл, частного агентства. Ее нанял мэр Осборн. А у мэра есть ручная армия? Вмешаешься в другой раз, я не буду столь добра. Сильвер Соболь, она просто Сильвер. Все потом. Прости за все эти дела с Соболем. Все случилось так быстро, не успела сказать. Все в порядке. Мы все равно друзья. Мы не друзья. Ты охуела там, блядь. Сбиваешь мне сердце. Короче, мэр полностью доверяет Соболю. Мы проверили тот адрес, что ты дал. Собрали много доказательств попытки взрыва, но ничего на Мартина Ли. Я работаю. Привет, МДжей. Слушай, я нашла информацию о других активах Мартина Ли. У него собственность по всему городу. Эти места соответствуют карте, которую я нашел в той транспортной компании. Я проверю. Сообщай обо всех находках, а я соберу факты воедино. Договорились. Я направлюсь в офис Ли в пир, чтобы понять, почему он так поступает. И что планирую делать дальше. Хорошо. Передавай привет Мэй. Погоди, ей же ничего не угрожает, да? Нет. У Ли одна единственная цель. Норман Осборн. Базы, блядь, ебаный в рот. Блядь. Ладно, выполню еще одну миссию, а потом буду вот этой фигней заниматься, честно. Как эти, блядь, тут? Был еще звонок от Дока. Питер, хочу убедиться, что ты все еще свободен. Пока я не могу тебе платить, но я потянул за ниточки, и какое-то время мы можем не бояться волков. Если продолжим работу, я уверен, что новая версия проекта привлечет инвестиции. Крупные инвестиции. Будь готов. Держу кулачки, Док. Там вещи все промокли, блядь. Как ты их носить-то сейчас будешь? Питер? Раз ты за главную, пока мистера Ли нет, кто делает твою работу?
Я. Но помощь мне не помешает. Есть кандидат? Вообще-то да. Его зовут Майлз Моралес. Откуда я его знаю? Это его отца награждали в ратуше. А. Я говорил с ним на похоронах. Он очень не глуп, просто у него трудный период. Знавала я такого мальчика. Помню, работа мне помогла. Вдруг и ему поможет. Вот номер его мамы. Да, я ей позвоню. А от мистера Ли не было новостей, а? Нет, а что? Да просто. У меня есть еще время до работы. Пойду осмотрюсь, может быть, где-то смогу тебе помочь. О, ты не обязан. Я знаю. Я сам хочу. Надо проверить офис Ли. Ой, опять эти тормоза, блядь. Непонятно. Тебе помочь с овощами? Я давным-давно поняла, что тебе лучше держаться подальше от кухни. Пит, рад, что ты в порядке. Да, пока держусь. Да что за тормоза, блядь? Ты застал взрывы. Я за кабинет закрыт. Как мне туда попасть? Без шума. Я все время на нервах. Ой, отпусти, блядь. Может, где-то есть вентиляция? Никогда не видел этой комнаты. О, что это? Высоковольтные провода. Зачем такая мощность? Я понимаю, но номер договора в офисе мистера Ли, а туда, ну, не попасть. Я перезвоню сразу, как получу информацию. Нет, я не знаю, когда точно. Что бы сделал Бен? Офис Ли в другой стороне. Я понял. Комната, что я видел из воздуховода. Она должна быть прямо за алтарем. Родители Ли. Похоже, в рамке замочная скважина. Я думал, родители Ли отказались от него. Зачем хранить память о тех, кто тебя бросил? Дневник Ли. Уверен, он от замка в портрете. Похоже, это записка для Мэй. На фото на алтаре нет картины. Рассказ о призраках, который отец Ли читал ему. О демоне, которого можно обуздать только самоконтролем. Какой-то замок с секретом?
Да, вот так. Ага, ясно. Что-то понатыкал, что-то получилось. Ого. Что ты прячешь, Ли? Ли помешался на масках. Это что-то из Юнга? Вроде того, что он должен пред... Ли передавал свои силы другим. Так Ли наполнял это своей силой? Биоэлектрическая индукция? Фазовый сдвиг? О, это папка... Жуть. Это может помочь мне понять, что планирует Ли. Моя сила растет, впитывая мой гнев. Отец сказал бы, что я сбился с пути равновесия, но он не понимал. Чтобы победить монстра, бля, у меня тут хуйня нужно такая, стать блядь, им самому. Да все, вся запись твоя. Что-то не густо. Он установил ловушку, чтобы никто живым не вышел. Еще один. Если бы это нашла полиция или Мэй, даже думать не хочу о последствиях. Через решетку в полу. Так, как мне отсюда выбраться? Привет, Питер. Мистер Ли. Здравствуй. Я думал, вас нет в городе. Ты нашел то, что искал? Да. Мартин, ты здесь. Я возьму. Спасибо. И скоро снова уеду, к сожалению. Просто хотел забрать кое-что. Ты, наверное, слышал про ратушу. Да. Страшно. Питер был там, но ему повезло. На сборище Осборна? Не знал, что ты фанат. Что ж, главное, вы в порядке. Аминь. Но подрывники на свободе. Кто знает, что они планируют? Думаю, вам с моей вовсе не о чем тревожиться. Если будете держаться подальше от опасности. Что ж, мне пора. Когда вернешься? Когда закончу.
Стойте, стойте! Что за... What? What the fuck? Where you disappear, блядь? Капитан Ватанабе? Я наконец нашел доказательства. Они в центре пир в китайском квартале. И что я там найду? Милую даму по имени Мэй Паркер и кое-что очень странное в офисе Ли. И слушай, он планирует еще одну атаку. Где? Когда? Пока не выяснил, но кажется, он хочет применить дыхание дьявола. Звучит разрушительно. Что это? Вещество, созданное в Аскорб. Возможно, биологическое оружие. Тут целая папка с данными о нем. Пока придержу у себя. Пришлю копию, как смогу. Мы проверим его офис. Если доказательства стоящие, объявлю его в розыск. Объявляю уже сразу. МДЖ, привет. Я просто так. Питер, привет. Можно я перезвоню? Я думаю, ты будешь рада. Погоди, а почему ты шепчешь? Просто тут происходит кое-что. Может, поужинаем вместе сегодня? У меня. А, конечно. Могу приготовить. Круто. Пока. Погоди. Помнишь, ты говорила об искажающем прикосновении Ли? Думаю, я только что видел его. Где? На меня только что бросились милейшие бездомные. Вот только их глаза светились. И я вспомнил, что Юрий говорила мне что-то подобное об охраннике, выпустившем Шокера. Так Шокер и правда работал на Ли? Тут все взаимосвязано. Есть еще кое-что. Но лучше расскажу уже за ужином. Пока. Ужин. Что мне приготовить? Не знаю, говно на лопате. Ох, эти испытания. Раскачка 10. Ладно, чё, пойду я выполнять вот эти вот испытания. Ладно, давай, счастливо.